Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и вы смотрите игру канал Вредного Енота. Мы с вами продолжаем играть The Long Dark и какого-то хрена я спальный мешок потерял. Вот. У нас наступила ночь, поэтому давайте мы сейчас поспим 12 часов. А я пока напомню, что произошло в той серии. Короче, мы пришли на ферму, в которой мы должны найти ключи от банка, от сейфа, который находится в банке, в котором находится что-то там еще. Какая там ответ на наш вопрос, на нашу загадку? От серой этой матери. И сколько времени-то? Чё, темно? Ну, давай поднять. Короче, нам вот тут надо сейчас всё это найти. Так, в принципе, мы готовы. Наверное, я зря. Давай, знаешь что? А, подожди. Давай мы, короче, подождем часик. Пускай рассветёт, но ни хрена ж не видно. Во, хорош. Так, значит, давай хаваем. На тебе. Вяленые говядинки. И мы продолжаем искать ключ. Я, честно говоря, понятия не имею, где она может, она, говорю, он может быть. Как пригодится. Так, тоска. Чисто по логике. А давай, знаешь, что? Найдите в коттедже ключ от банковского сейфа. Заберите пропажу банковского сейфа и верните ее серой мать. Мне другой интерес. Вот смотри. Вот. От дома управляющего банком номер 7. Вот, ключ от сейфа. Найди на фирме ключ от сейфа. То есть, по идее, это он и есть. Какого хрена тогда? Ну, давай попробуем. Еще раз все глянем. Если нет, прям вот так не найдем сейчас быстренько, то пойдем сразу в банк. Скажем, у нас там депозиты, все дела, проценты набегли. Вы нам вообще уже денег должны по гроб жизни и все в этом духе. Короче, что-нибудь придумаем. А может просто вскроем, да заберем все, что нахер. Все, что плохо лежит. Ну, короче, я не знаю, я не хочу больше шариться тут. Я ничего такого не вижу. Я вижу поющую рыбу. Ой, смотри-ка. Прикинь, да, чуть было не пропустил. Так, ноутбуки, трактора, расписание, короче. Всякая, в общем, хрень. Мне кажется, вот это вот он и есть. Так, знаешь, что нам надо? Нам нужно вот так. Пойдем. Потому что волки позорные были, вот эти вот собаки, бляха-муха, горбатые, сутулые, мать их. И буду надеяться, что они убежали. Так, кролика вижу. Оленя вижу. Волков не вижу. Это хорошо. Короче, нам нужно туда. И мы... Сука, прибежал. Побежали. А он пасет, это я знаю. Ты только что пожрал, что тебе еще есть-то? Опа. Ты что? Ничего нет. Короче, щемим. Щемим, щемим. Побежали. Все, я предлагаю немножко пробежаться. Просто чуть пробежаться с утречка, заняться спортом вот так вот. На свежем воздухе, с утяжелителями. Почему нет? Но, на всякий случай лучше тормознуть. Потому что если сейчас тут будет волк, мы вообще никуда не убежим никогда. Я не знаю, мы, короче, какой-то ключ я нашел от банковского сейфа. Но я хер его знает, а ни ячейку не сказал, ничего, никакой сейф. Я сейф-то вскрыл уже, по-нормальному-то, если разобраться. Ну, я не знаю, что тут еще делать. Сейф я уже вскрыл. Какой там был? Я даже бункер вскрыл, мать его. Ну, я не знаю, ну какой-то я ключ нашел. Что, возможно, что-то мы там сейчас еще найдем дополнительно. Пойдем, наверное, вот посюда, через сгоревшее все нафиг здание. Не знаю почему, потому что я по дороге боюсь идти, а волки ходят. Так, возьми, возьми. Заодно посмотрим, возможно, мы что-то тут где-то и забыли. А еще ракетницу было бы совершенно неплохо найти. Тем более, что мы упоминание о ней нашли. А, понял. Ну ладно, пойдем. Леха, так шум становится. Реально так, что-то как-то это. Как-то оно не по себе немножко. Так, подожди, а что у нас по карте? Серая мать, ну вот, а что у нас сюда ведет? Банк-то вот тут. Так, я что-то потерялся. Вот он банк. А, нет, тут он банк. Так, слышь, мать серая,
Ну я-то как бы это. Ну пойдем. Кредит Юнион. Посмотрим, что там. Открыть-то можно. Я вот просто. Ну, я реально, я не знаю, то, что можно открыть, но вроде уже все взяли. Пойдем. Может какую-нибудь банковскую ячейку удастся открыть. Ну тут уже пусто, да, тут вообще пусто. Так, пусто, пусто. Пусто, пусто, пусто. Нет. Пусто. Так. Ну, пойдем туда, куда квест показывает. Возможно, там что-то, хотя, честно говоря, я не совсем понял. Давай, ну-ка, подожди, задание. Коттеджи ключ от банковского сейфа. Заберите пропажу из банковского сейфа. Извините. Сейф. Подожди. Да нет. При этом, знаете, самый парадокс? Ни слова о ферме. Вообще ни слова. А мы были на ферме, он сказал, ключ должен быть где-то здесь. А нам нужно куда? Нам как раз туда и нужно, где тварь такой. Ну что, пойдем с Солком подеремся. Что-то я резко так осмелел. Их там двое. Пацаны, я пошутил. Не каляйтесь-то. Шоколёныш. Хорош! Докинул и беги отсюда, щенок, блин! Сейчас второго щенка также отпугну. Слушай, а может быть в пост-офисе? Пошли вы! Ты реально вообще охренели, в край просто. Ты чё, опять приперся, а? Сука, топор мой! Я тебе сейчас, блин, топором, блин! Голову на две части разбили, тварь! Ты сдохла. Ой, ни хрена крови. А где же нам тварь порвал? Да вы что ж творите, да? Волки позорные. Не, реально, они что-то уже беспределят. Волки просто беспределить начали. Вообще по беспределу начали. Их уже двое-трое, они уже не боятся. Они уже, блин, сразу прут опять. Вот смотри. Так, тут какое-то здание. Ну, вообще в самом конце получается должно быть. Тут хер пойми какое-то здание напротив него. То есть предпоследнее, короче, предпоследнее здание. Пошли. А, показывает туда. Я вообще странно. Очень странно. Этот щенок до сих пор бегает. Да ты, тварь, охерел, что ли, э? Ты, бляха, топор... Ой, топор, говорю. Ты огонь видел? Видел. Сука, да их вообще ничего уже не берет. Они же берега просто попутали. Так, что у нас? Подожди, по здоровью что? Так, аспирин, антисептик, все понял. Значит так, так, да. Gotta stop that blood loss. Сука, херел или чё, бляха? Твою мать! Сука! Задрал ты меня! Тварь, да когда аж вас перебью-то всех? Короче, факел — это говно. Факел вообще ни разу не помогает, ни хренашеньки. Давай, знаешь что? Давай перевяжемся сначала, потом все остальное. Давай. Сейчас мы перейдем, я походу топором, блин, это серая матери, блин, проломлю голову. Так, повязки. Давай. Хорош. Вот это нужно. Да. Антисептик, хорош. Стоп, что у нас еще осталось? Япона мать. Антибиотик. Еще один антисептик. Еще два антисептик. Да. Потом антибиотики. Подожди, а можно сделать проще? Либо чашечка, да? И тут чашечка растяжения. Так, 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 заодно пожрём. Так. Так. Идем обратно к мамаше этой. Проламываем ей голову.
Нам, короче, нужно добежать вот сюда до дома. Там сейчас сварим все как надо. Поедим, попьем, как положено. Пойдем с волками дальше воевать. Я хрен-то узнает. Давай-ка сюда. Ты прикинь, вообще твари, твари охерели. Они вообще не боятся уже ни хрена. Слышь, карга, блин. Это сейчас это, на приманку возьму туда. Так, давай печь. Банкноты, что тут можно? 75% давай палку. Так, нам нужно, знаете, из шиповника сейчас сделать Чайковского. Два штуки. Напиться его и... Я хрен знает, немножко отлежаться, поспать и, наверное, опять с волками идти драться. Я предполагаю это так, потому что... У нас иначе хп просто не хватит. Просто не хватит хп. Поэтому давай быстрее разводим. Ну давай, да он уже горит, ё-моё. Ну сейчас бы я лучше... Честно, я бы шиповника бы сейчас лучше нарезал. Кого там ждем? И две минуты упал, что ли? На, дровишка. Кедровая. Так, значит, смотри. А, ну вот. А, делай. ХП вообще нету. А еще одно нападение нам хана. Делай еще. У нас, в принципе, шиповника дофига. Сейчас мы... Чаек, мы, наверное, отоспимся сейчас. Так. Нет. Вот. Готовь. И получается два надо, да? Хорошо, два-то мы оформим. Раз, готовь. Два, готовь. Нормально, ну как раз. И поспать не хватит. Так, поесть у нас, в принципе, есть. Попить у нас есть. Так, значит, смотри, аптечка. Что такое тут-то? Где у нас шиповник? Давай шиповник. Вот это, наверное, тут. О. Пей. Чай шиповника. Хорош. Горячий. Второй пей. Вот. Одно растяжение вылечили. Сейчас второе растяжение вылечим. Вот. Все. Ты у нас здоров, да? Ой, красавчик ты мой. Вообще, молодец. Топ. Нам нужно еще починиться. Или не надо? Ну, как бы... В целом-то пойдет. Слышь, тварь! Дай ты мне ружье-то, а! Я пойду волков перебью, спокойно тебе вернут. Хаза, блин. Давай ткань возьмем. Починим. Так. Шап. Действие. Ремонт. Делай. Так, чиним. Сейчас, короче, подлежим. Отлично. Тут нормально. Нормально. Давай все-таки тут, наверное, починим тоже. Ремонт. Ткани у нас до хрена. Ну, пускай он ремонтирует. Ну, какая нам нафиг разница? Зато у нас все будет целенькое, все готовое. Все равно у нас много ткани. Нам, как бы, с собой таскать-то, блин, тоже не вариант. Она весит дофига. У нас одежда потрепанная вся. Пускай она будет целенькая. Так. Действие, ремонт. Делаем. Да, что-то слабее. Что ты мне там сказки рассказываешь? Ты давай с ней поменьше общайся. Вовёхой этой. Знаете, я, блин, сейчас буш у меня постоянно. Я устал, я хочу это отдохнуть. Поговори со мной завтра, приготовь мне пожрать. Это они могут. Так, ремонтируй давай. Давай. Чё нет? Ремонтируй давай у тебя. Как ты мне объяснишь, у тебя 5% на успех. Как ты можешь просрать такое? Как можно, в принципе, взять и не суметь зашить штаны? Это как вообще? Нормально? Так, ремонт. Поехали. А я думаю, мы сейчас как раз до вечера все это проделаем. На ночь мы ляжем спать. С утра проснемся, мы целенькие и так далее. Пойдем искать, может, волков найдем. Дохлых. Так. Так-то вот это бы, конечно, починить. У нас ткань-то если ладно, мы найдем. Да вот кожу я боюсь, что уже нет. Так. А нет, смотри, высушенные. 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 Кишки. А, подожди, а нахрена мне сейчас кишки-то? Так, подожди, давай смотри, что мы можем вообще сделать-то. Давай, во-первых, действие. Ну. А, там шкура, подожди, шкура, шкура. Шкура, кишки свежие. Шкура, шкура. Оленя, шкура, все, блин, не то. Ладно, давай посмотрим, что мы можем сделать. Так, давай, короче, все, наверное, до сотки мы починим прям.
Давай, ремонтируй, да. Молодец. Так, тут что у нас? Нормально. Ну, 96% вот так вот. Процентов, чтобы у нас было. Тут отлично, отлично, отлично. Так-то бы, блин, нам. Так я лучше эти одену. Эти-то лучше. Ха! Нафиг туфли! Будем ботинка ходить. Так, хорошо, да, отлично. Так, тут все нормально. Сейчас поедим. Что у нас там по идее? Вообще есть что-нибудь поесть? А, у нас сыр. Ну да, ого. Хорош, ты смотри-ка, 900 калорий дает. Я теперь помню, почему американские дети некоторые такие толстые. Так, короче, знаешь что? Не-не-не-не-не! Вот. Я-то вот про это и говорю. Давай, сон. Он сейчас восстановится. Мы поедим, попьем и пойдем дальше. Почему бы и да? Так оно и будет. Так, что у нас по времени? А в смысле? Так ты, бляха... ты что, дурной, что ли? Пей давай. Жри давай и спать давай. Я в шоке. Может, его надо полностью его откормить? Если мы его полностью откормим, по идее, он тогда... У него ничего проседать не будет. Он тогда нормально сытый будет спать. Сытый проснется. И вообще будет отлично. Давай, короче, его сейчас откормим. Кабанчика. А то волки уже он жалуется. Типа, жрать нечего, кожа до кости. Они поэтому убегают. Что, потому что мы смелые, что ли? Да потому что, блин, нас есть, нас нечего. Он оленя, блин, замороженного, и то лучше съест. Давай, хавай, хавай. Еще одну давай. Шоколадку захомячим. И будем спать дальше. ХП-то вообще не восстановилось, ты прикинь. Она еще больше, по-моему, упала даже. На. Вот, уже до Талова дотянем. Так, что у нас по времени? Ну, у нас, в принципе... Давай часика 8 похрапим. ХП должно восстановиться. Вот сейчас оно должно просто уже восстановиться. Наверное. Точно. Так, все. Поднимаем. Что у нас по времени? По времени как раз ровненько день. Подожди, у нас перегруз. Знаешь что, давай мы, короче, барахло-то скинем. Высушенную всю кожу. Топора нету, 10. Ебана ты мать. Все, нет топора. А защищаться тогда как теперь? Давай бросим это. Блях, ну-ка. А, кстати, да. Слышно, что-то у тебя там про доверие было как-то. Доверие. Давай дальше. Тут, короче, палка. Так, гриб на. Катернуш на. Повязку на. Палку на. А сколько тебе надо? Ладно. Ага, сейчас. Ага, сейчас. Все, хватит тебе. Все. Все, у нас, смотри, у нас доверие хорошее теперь. Так, заодно мы от перегруза избавились, да? Сколько килограмм у нас? 25. Хорошо, пойдем. Самое поганое, у нас реально, у нас топора теперь нету. Я хер его знаю, что теперь делать. У нас ни одного вообще оружия нет. Вон там один сдох. А это, наверное, он и был. Все, короче. Нет, слева. Берем фаер. Идем туда. Один волк там точно сдох. А, это чайки полетели. Так, значит, смотри, один волчара сдох. Она знаешь, там поганая? Она его даже разделать нечем будет сейчас. Япона ты, мать! Ах ты, тварь, ты серая. Вот, один, сука, сдох. Козлина такой. Ну вот, я говорю, все, дожились. Ладно, мы запомнили. Разделывать-то нечем теперь. Так. Чисто по логике, это какой тут из этих домов должен быть. Ну да. Вот это типа сгоревший. Ну вот это дом должен быть. А вот что-то ни хрена не понял.
Что теперь делать-то? О, черт. Так, я не вкурил. Подожди, а где ключ взять? Ну, давай. Может, тут реально я просто попарился? Ну, тут мы как бы были уже. Так, ну давай еще раз посмотрим. Вдруг что-то не заметили. Коваровка, ну тут пусто, 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 пусто все. Не, мы тут были уже однозначно. Мы тут шарились. Пусто. Да, мы тут были. Ну, чуть место, кстати, да. Набери-ка водички. Да, все. У нас воды просто не осталось. Так, подожди, а какого хрена? Ну мы же взяли банковскую-то эту ячейку. Подожди. У серой матери украли нечто ценное. Верните пропажу. Найдите в коттедже ключ от банковского сейфа. Я нашел. Заберите пропажу из банковского сейфа и верните ее серой матери. Так. Не понял ни хера. Подожди. Что-то вон шляпа какая-то. А я что, не могу сделать тут, нет? Так-то, блин, тут вот... Ладно. Так, так, давай по заданию. А это что такое? Так, давай по заданию. Вот смотри, заметки, ладно. Ну вот он, ключ от сейфа. Найден на ферме ключ от сейфа. Проверить. От какого сейфа? Где сейф? Я нашел сейф. Нам нужно в банк. Нет выхода. Так, нам нужно в банк. В банке был сейф. В банке мы сейф уже вскрыли. Там нет ничего. Что это было? Мне показалось. Короче, знаешь что? Я, короче, не знаю. Пойдем еще раз, наверное, сходим в банк. И у меня пока больше нет совершенно никаких мыслей. Не это падла. А вот вторая падла сдохла, смотри-ка. Две скотины сдохли, а? Тварь. Подожди. А чё я? 2,5 часа. Не холодно, мать. Ну давай, собирай. В принципе, на улице не холодно. Вручную соберет, ничего страшного. Тут у нас будет мяско. Кто-то заморожит. Ох, ё-моё, туман такой. Так. Чё, бляха-муха? На, попей. Кто ещё, мой? Помирать ничего ещё. Смотри, зато мы двух волков перебили. Ну так-то мы больше, конечно, уже перебили, но все-таки. Так, ну-ка давай еще раз. Вот банк. Вот банк. Да не ссы ты, блин. И он что-то по делу говоришь. Так, вот банк. Ну, где тут может быть? Под... Нет, подожди. Тут был какой-то сейф. Вот этот, наверное. Нет, где? Тут же что-то вроде было, нет? И мы тут что-то находили, ключ какой-то. Что-то какая-то хрень. Подожди. Сейф. Ну сейф, он тут один. Ни хера не понял. Давай вот этот хоть откроем. Ломик-то есть теперь. Ох ты, берцы. Ну-ка, берцы круче, нет? Гораздо круче. Это хорошо. Вот он сейф, мать его. Вот он, там ничего нет. Нет тут вообще ничего. Бабуська, ты меня что-то где-то как-то разводишь. Вот еще сейф. Так подожди. Есть. Тут больше нету сейфа, ё-моё. Там был тот сейф, да, я согласен. Мы его вскрыли. Открыто, открыто. Пусто, пусто, пусто. Тут нету. Нет. Все, вот этих вот 15, 17, 20 у нас нету. Че за херня? Так, не понял. Пойдем попробуем с бабулинцей побазарить. Сейчас я тут еще проверим, мало ли что. Ну так, на всякий случай проверим, тут сильно вдруг какой-нибудь маленький такой, незаметный.
Стоит сейфик, я его не вижу. Да ни хрена тут. Честно скажу. Что-то бабка мне, что-то как-то она разводит, понять не могу. Я реально, я сходил на ферму. Я нашел ключ. Я отпугнул этого долбаного волка. И дальше что? Слышь, бабулинцы, может у тебя тут что-то есть, нет? Бабулинцы, тебе газета пришла. Давай рассказывай. Что за ботва? Давай пробуем с ней побазарить реально. Еще раз. Так, бабушка, давай на чистоту. Что там за херня? Ты говорил о ферме? Да, по другую сторону города. Ферма старины Баркера. Баркера? Да, вообще-то он лжец и вор. Хорошо. Сам увидишь. Ты какая-то рассеянная, усталость. Все в порядке? Я стара, иногда мысли где-то блуждают, чужак. В других краях, в других временах. Я думаю о ней, не холодно и одиноко. Ты мои подруги. И должны были помочь. Она была там, в автобусе, я уверен. Ты почувствовал там ее присутствие? Мне кажется, она оставила мне знак. Слово «неотступный». А, вот что это значит, кстати говоря. Странное слово. Почему она его написала? Я не знаю. Может, она хотела мне сказать, что мы с ней неотступны? Или она будет тебе не сдаваться, не отступать. Блях, я только что это сказал. Наверняка это значит что-то большее. Почему? Потому что для нее важен? Потому что она написала это своей кровью. Есть городок далеко на севере, неотступные мельницы. Может, она указала путь? Неотступные мельницы? Как туда попасть? Сейчас никак. Может быть, на машине. А пешком? А серой матери неизвестны пути. Расскажи мне про этот банк. Банк с материка. Так и не прижился. Обычные банки хорошо защищены, я не уверен, что получится пробраться внутрь. Отделение давно закрыто, разруха унесла все. И как вы обходитесь? Кое-кто пользуется старыми банкнотами или просто обмениваемся. Я не видел бумажных денег уже несколько лет. Сколько денег, предположительно, может быть в банке? Ты задаешь вопросы, а стоило бы искать ответы. Да будет мне сейф оттуда, и тогда тебе самому станет все понятно. Твою мать. Бабушка, я ни хера не понял. Ну хера ли, я не знаю, ну пойдем опять, наверное. Сейф, сейф. Блин, ну сейф есть там, ну я его уже вскрыл, там пошарил, что хоть ходить, сказать, блин, я забрал сюжет, да ну нахер. Не поверю. Ай, надо место выкинуть. Надо пожарить его. Пойдем пожарим. Тем более уже он еще наступает. Что-то херь какая-то. Че, блях, с этим банком сделать надо? Хрен просышь. Ладно. Печка, давай, разжигай что-нибудь там. Просто ждать неохота. Давай, разжигай, да. Так, так, так. Волчатина-то сколько, а? Давай, жарь. За 2 часа мы должны все пожарить. Похавать, в принципе. Бляха-муха, а? Ну мы там шарились. Мы реально там шарились. Там все, что можно было, я вроде обшарил. Сейчас пойдем еще повнимательнее посмотрим. Тем более он там говорил, ключ должен быть где-то тут. При этом, знаете, что странно? Ключ-то мы нашли в трупе. Открыли какой-то там сейфик. Значит, видимо, да, значит, что-то не то, мы не все, видимо, нашли. Хер его знает. Пойдем туда сейчас смотреть. Ночь уже. Пойдем, поспим-то, пойдем. О, вот еще одна осталась. Давай, 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 дожаривай, дожаривай. Хватит, 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 нормально. Так, хорош. Значит, смотри, мы сейчас опять отожремся. Как положено. Чтобы у нас ХП восстанавливалось. Да подожди, не так, не так, давай, так, вот так. Еда. Молчательно, хавай. Значит, нужно немножко действительно восстановить ХП.
До полного, потому что нам сейчас обороняться реально нечем. Странно то, что на ферме нету ни ножовки, ни топора. Нормально, проснемся, еще поедем. Так, ну я думаю, часов так 10 храпанем. Я давай 12. Восстановим полностью ХП. Он сильно не проголодается. Мы как раз там еще килограммчик навернем, похомячим. Похомячим, так. Вот, ХП у нас полное, значит, смотрим. Давай пей. Сейчас сразу поешь. Чтоб на нас волки сильно не агрели. Агрели все равно. На, полкило тебе хватит. Он 2 килограмма мяса запорол тут раз, охренеть. Пошли. Так, пойдем опять туда. Опять на гребаную ферму, опять сядь, гребаный ключ, я... Бляха, больно. Я себе язык прикусил. Ладно, пойдем. Не критично, но неприятно. Смотри, там еще один шакал ходит. Так, короче, побежали. Тут мы волка ободрали уже. Да и холков уделали, кстати говоря. Ну вот она, да, вот она, эта ферма. Пойдем. Через мостик, все дела. Пойдем опять на ферму. Знаешь что? Мне реально жалко. Факел, этот файер просто. Просто так будет использовать. Это уже совсем экстренный случай, когда ну совсем уже жопа. Поэтому пойдем просто. Возьмем сейчас веточки, пойдем. Сделаем факел нам, нормальный, обычный. А не файер. И попробуем с ним походить. Тем более волки тут были. Так, там мы были, там ничего нету. Он сказал вот именно вот про этот домик. Вон собака ходит, смотри. Ты такая. Так, ладно, пойдем пока туда. Козлина такая. Я говорю, все бы ничего, просто нам теперь отбиваться вообще реально нечем. Если он нас нападет голыми руками, мы все, нам хана, походу. Реально будет хана. Поэтому пойдем, давайте как-то аккуратненько. Вот он у машины твоей шарится. Так, палочка. Показалось. Так, вот еще одна палочка, и вон волк. Быстрее палку бери. Делай фонарь. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Фонарь. Вот так. Так, короче, смотри. Где-то он тут собака был. Вон он. Щимим, щимим, щимим. Быстрее, быстрее, быстрее. А, скролики. Блин, бестолочь, напугали. Так, ну туда, мы нашли ключи сейфа, это хорошо. Опа, а может тут что есть? Like чего? А, тут, короче, нифига нет, чисто спрятаться. Все хорошо, понял. Будет нахрен надо, страшно. Пойдем сюда. Нормально, времени у нас хорошо, сейчас будет светло. Так, ну что, давайте опять искать, бляха-муха. Вот, значит, все-таки, да, мы нихера тут не обыскали. Какого хрена, ну нам тогда мне туда она показала? Карта эта. Так, давай, взломать. Пригодится. Вот так ты меня, конечно, спросил, да, где ключ? А я-то откуда знаю? Только бумага. А я даже разломать теперь нечем, не понял ты, мать. Только подожди, давай тут что еще? Столько... Ну давай возьмем бумаги, хер на него. Чтобы уже нас она не смущала, все. Мы точно будем знать, что тут пусто. Блин, нихера ты, прикинь, да? Че не заметил? А все равно нихера. Так, нету, нету, нету. Might have to drop some gear. Да не сыты выкинем мы. Ничего тут не работает. Тихо. Не работает.
Может, что-нибудь сломать надо как-то так? Стул, стол, радио. Ну, давай картону разломаем. Мало ли, в картонах где-то валяется, я не знаю. Хрен там, ничего тут не валяется. Тостер, нет. Шкаф тут были, так. Так, осмотрим, а что тут осмотрим? Ну, возьми. Потому что точно, наверняка мы ничего не пропарились. Так, тут ничего нету, вообще ничего. Давайте, ничего нету, нету. Нету, вот это не открывается, нет. Холодильник, морозилка, пусто, да, я посмотрел. А тут что? Тут валяется, может, что-то нет. Ничего не валяется, тут мусорная корзина пустая. Коробка, разломай. Пускай будет. Хорошо. Разломал, молодец. Картонная коробка. Ну давай, тут что-то вывалится. Я просто думаю, как вот с деревянными ящиками, помните, было? Может, там где-то реально валяется просто. Так он сломает, и он появится, ключик. Кто его знает? Краска. Чё? Доска? О! Так, ладно, вот еще что нашел. Это уже хорошо. Прыгать он не умеет. Возьми, тут ничего нету. Картон коробка. Разломай. Все ломай, все круши. Найдем мы этот ключ когда-нибудь. Разломай давай. Блин, ни хрена так-то. Вот где мне этот маленький такой ключик найти? Блин, ну реально так-то. А все, идти-то больше некуда. Ну тут еще сейчас. Так, тут, ну давай, давай, ломай, ломай, ломай. Все, сейчас переломаем, сейчас еще раз все проверим. Может, действительно где-то вот один ящичек самый такой. Не заметили мы. Как обычно. Оно так обычно и бывает. Маленький такой не заметишь. Или наоборот, самый большой возьмешь и не заметишь. Смотрел. Смотрел, смотрел. Ящик. Носки. Вот как, например, с носками. Вот видишь, что произошло? Ты видишь носки? Нет. Они есть. Нет, зачем? Нам их не надо, успокойся. Так. Тут метла. Пол, тут газеты. Стул, кровать. Это спать нет. Шкаф пусто, пусто, пусто. Вообще все пусто. Как так? Я тихо, успокойся. Может, нахер все спалить? А потом магнитиком пройтись над залой. Перемагнитим ключики, нормально? Как сено, да, вот иголку. Итоги сено как-нибудь спалить всё нахер. Так, ну давай еще раз посмотрим. Ну как так-то? Что-то я нифига не понял. I'm gonna need to eat soon. Не заслужил! Найдешь ключ, тогда поешь. Ты ключа не нашел? Не нашел. Так. Тут мы что так, ну в ванной мы были. Мы вроде тоже все уже обшарили. На кухне нифига нету. Бойлерной тоже ничего нет. Что за херь, блин? Не, ну ты прикинь, да? Ты прикинь. Все изрыл. Вообще все изрыл. Сука. Тут реально это последнее место осталось. Я уже смотрю просто вот так вот. Шел-шел вот так вот. Херак она появилась. Твою мать. Думаю, давай-ка на камеру. Ладно, пошли. А чё, подожди, так это... А это вообще то, нет? Так это какой-то 15-й. Ну, в принципе, да, открывает сейф банковский помещение. Ну, я не знаю, ну... Пошли, попробуем. У меня просто вариантов других нету. Просто реально уже я все изрыл. Я это случайно наткнулся. Если уже и не это, то я не знаю. Так, где шакал? Как он так незаметно выбегает? И исчезает. Все, побежали. Тут один насрать. Он, конечно, походу сытый. Он кроликов наелся, ему плевать. Охереть, как я вот должен был его найти, а? Хоть бы подсказочку какую-то дали, что... Типа там, он, наверное, мог спрятать где-нибудь... Я не знаю, там...
Под кроватью, в подушке, там, в книжке, там, в вазе, где-нибудь угодно. Хоть бы намек дали. Вообще, чисто случайно, бляха-муха, наткнулся. Не то, честно говоря, даже не уверен, что это он. Но будем надеяться. Что-то больше там, я не знаю, я больше ничего не нашел. Это охереть. Вот как можно было, просто догадаться. Да это на дурачка я ходил минут 20. Просто на дурака 20 минут я ходил, блин, и нашел. Потому что если эти 20 минут еще дальше пихать в камеру, это уже все. Вы мне просто материть начнете. Поэтому. Тихо. Нормально. Ну, я, слушайте, не знаю. Ну, я думаю, это уже то. Потому что, ну, просто там ничего нету. Если это не то, я не знаю. Я полезу уже просто искать прохождение кейм. Не знаю, есть они уже или нет. По идее, они, наверное, уже должны быть. Как минимум раз... Да, ё-моё, шо ж мне это нос чешется. Как минимум раз уже эту игру многие стримили, то я думаю, ее уже, наверное, и прошли. Поэтому, если уже действительно никак, то я полезу просто смотреть. Да, япона ты мать. А, так. Тихо, тихо, не спотыкайся. Нам чуть-чуть осталось. Кстати, а тот волк вполне миролюбивый, или может просто помнить, что ну и он нахрен двоих волков завалили голыми руками, можно сказать. Он, видимо, третьим становиться не захотел. И правильно делает. Конечно, дурак, но, блин, я в ту же степень. Хотя, кто их знает. Пойдем. Ну, бабушка, нихрена себе хорошо устроилась, а? Отвечаю. Давай сюда. 15-я ячейка, да, у нас? Давай на 15-ю ячейку. Так, она вот сюда. Бляха, ну она-то про сейф говорила. Сейф-то вскрыши. Хер вот на это. Ну давай. Да подожди. Бля, какой дурак перевел сейф. Сказали бы кейс, бляха мух. Какой это сейф? Дебилы. Я в шоке, я в ахуе. Вот он сейф. А там какая-то, бля, коробочка для ланча, мать ее. С ключиком сейф. Додумались, да? Охренеть, какой это сейф-то, блин. В каком-то месте сейф. Сказала бы там, найди ключ от банковской ячейки. На ферме там такого-то. В этой банковской ячейке лежит моя коробочка. Все. Сразу все ясно, все сразу понятно. То мы ключи от сейфа нашли, не то. Сейчас какую-то от банковской ячейки нашли. Я тоже думал, не то, честно говоря, уже. Потому что, блин, ну это не от сейфа, это от банковской ячейки. Так, карга. Нашел. Вот сейф из банка. Я все еще не понимаю. Give me the box. Давай сюда сейф. You sent me to steal. Ты хотела, чтобы я украл тебя украшение? You said this would help me. Сказала, что это поможет ее найти. Have faith, outsider. It will. Это поможет. Do one last. Покажи мне последнюю услугу. И тогда я скажу тебе то, что ты хочешь знать. Слышь, мы вообще на одну договаривались. Меня хватит, я сам найду выход. Ты умрёшь, как другие. Покажи серой матери последнюю услугу. Последний человек, сорвёшься с неба. А потом ты получишь ответ, за которым и пришёл. Смотри, карга, если нет, тебе, блин, реально, я ствол подрежу, тебя же им завалю. Чё надо-то? И что за последняя услуга? Справь ошибки прошлого, чужак. Это все, о чем я прошу. How can I do that? Как мне это сделать? Take these pearls to Lily. Отнеси жемчуг Лилии. Лили? Лили? Ты такая Лилия, ёпта. Я все это время думал, что ты говоришь о моей подруге. Кто такая Лилия? Ты найдешь ее на кладбище. Кладбище? У церкви. Ты тоже был проходить мимо на пути в город. Ну, было дело. Почему она будет ждать меня у церкви? Бессмыслица какая-то. Ты найдешь ее там. Там же ты найдешь ответы. А труп, что ли? Зачем тебе нужно, чтобы я украл жемчуг из банка? Не из банка. У фермера Баркера. Фермера больше нет. Он тоже струсил и ушел.
Нет, он мертв. Похоже, до него добрались волки. Мир ему. Ладно, надеюсь, поможет найти мою подругу. Да ёпта, уйди ты, бабочка. Так, чё, нам поржать надо бы. Давай, похаваем. Так. Не, ну бабка тварь. Бабка вообще тварь, да, еще. Я отвечаю. Ох, у нас воды нет почти. Да-да-да, давай, пей. Давай, вот это пей. Ну ты и пить, бляха-муха. Да он уже литр выжил. Ладно, попил, пошли. Ну, бабка, ну. Нахер, дайте мне, блин, винтовку. Так, идем к церкви. Церковь у нас была наверху. Точно. А, там штаник еще надо. Точно, потому что там штаник. Помните, мы находили это письмо, я забыл, как было. Ну, пойдем, чё? Тайник. Кролик, ты со мной? Кролик со мной. Ай, блин. Енот в стране чудес. Бляха-муха. Пойдем. Там, правда, блин, два волка было. Их вообще чекую сейчас нападать. Сожрут нахрен нас. Ладно, что, пойдем. У нас минут так 10 есть, я думаю. Эти серии, это, в смысле, не серия, а это уж подольше будем проходить. Подлиннее, в смысле, серии делать. Потому что тут, на самом деле, пока идешь, как бы и долго получается. При этом пропустить нельзя, потому что ты не просто так идешь, а что-нибудь вечно переключается. Так, ну ладно, пойдем. Главное не нарваться на волков. Совсем нет у меня желания на них нарваться, честно скажу. А мы тут... Ага. А мы тут как проходили машину, никто не помнит? Вон волк, собака. Вот, видимо, мы вот так и проходили машину. О, давайте вот это возьмем. Это кедровая же, кедровая. Too much stuff to carry. Тихо, не ори. Серику закатил. Поленится я ему взял, чтобы у него задница не отмерзла, а? Так, ладно, пойдем. А почему бы и, да? Да, короче, мы вот так попадем. Я реально не хочу с ним волком вообще драться, блин. Чтобы выяснять отношения. А вот, смотри. Опа, там трупик какой-то. А там, наверное, тот олень. Вот они на один, наверное, кружатся. А вот это уже, походу, на кладбище похоже. Так, ладно, понял. Как думаете, он до сих пор там хавает? Или уже, типа, по сюжету это? Чё-то лежит. Ну ты стой! Подожди, рано, рано, ну рано! Это посмотреть хотел. Сейчас волк тебя за жопу кусит. А я теперь был бы, что ты мёрзнешь. Ты хоть бы застегнулся. Ну, я же говорю. Лили Баркер. Секунду. Смотри, фермер Баркер. Ожерелье принадлежало серой матери. Он его у нее украл. Она попросила положить его дочери. Соответственно, это, скорее всего, его бабушка. Ее. А ответ-то где? Корга, бляха, старая. Что это? Скамейка. Так, а мы где? Так, мы, получается... Подожди, мы вот так пришли. А, вот кладбище. Нам нужно через дорогу и... Понял. Вот они кружат, кстати говоря, волка нету тут. Но мы сейчас уже не обдерем эту. Да, мы его сейчас просто уже не обдерем, потому что все замерзло нафиг. Давай, короче, сразу глянем по поводу тайника. Тайник, я так понимаю, где-то вот тут должен быть, за холмиком. Посмотрим, что к чему. Я не понял, почему-то моя подруга и вот эту вот бабенцы это. Что такое камни? Так, тайник получается
Подожди, около повального дерева там что-то было. Точно помню. Сейчас мы записки что найдем. Да как мне подбить? Во, точно. Вот она что-то лежит. Все, нормально. Хорош. Топливо, шприц, набор, ткань. Не помню, ты мать. Хорошо только. Так, бегать можем? Можем. Теперь нам нужно отсюда валить. При этом валить так, чтобы не нарваться на волков. А волки тут волчи ходят. И мы теперь их из-за тумана не особо-то увидим. Так, а мы там были? Нет. Нет, мы тут не были. Точно, мы мимо обошли, чтобы не нарваться. Так, ну ладно, что, пойдем бабушке сдадим. Она сказала, последняя это просьба, типа. Хер его знает. Я, честно говоря, я уже не верю, она меня заколебала. Своим бредом, своим маразмом. Кто быстрее, я до машины или она до меня? Где волк? Собака такая. Он перескакал, козел. Че ты приперся, а? Че ты приперся? Вали отсюда нахер. А, так мы тут были. Так, я хрен знает, смотри, он тут. Закрой. Мне вот надо видеть, куда он уходит. Нам, конечно, надо из машины уходить и топать назад. И кругаля вот такого давать. Во, план такой. Так мы и сделаем, нахер. Он ходит, ходит где-то. Так. Сука. Бежим сюда. Драться нет желания, мне нечем драться. Пойдем вот так. Я тут примерно маршрут уже помню. Так-то, по большому счету, мы уже всех волков перебили. Которые нам мешали. А, подожди, так вот дорога. Все, я чуть на волка опять не вышел. Вот он, мостик уже. Все, хорош, пойдем. Так. Странно то, что я ломиком не могу просто вломить волку, потому что, ну, довольно странно. Голыми руками, пожалуйста, воюй с волком. А вот ломиком нет, ломиком нельзя. Поэтому очень-очень странно. Ладно. Так, вот будет. А, это, наверное, тот на ферме, который... В принципе, все, да. У нас тут уже более-менее безопасное место, вот эта вот зона. Потому что добежать, в принципе, мы, конечно, не успеем. Но тут, честно говоря, и волки не особо шарились. Там вот эти две штуки было, которые передохли. Собаки сутулые такие. Поэтому, я думаю, нормально все будет. Так, это водоопорка. Тут уже должен быть домик. Да. Напротив этого домика был наш домик. Наверное. Нет, да? Вот он. Почти. Напротив соседнего домика. Это тот кролик. Смотри, тут теперь кролики бегают такие смелые, блин, крутые. Хоть бы... Сука. Беги, 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 беги. Откуда волк взялся? Я его, во-первых, не увидел, во-вторых, он откуда взялся, непонятно. Давай, бабуська. Лилия, вот это твоя дочь. У тебя чуткое сердце, Маккензи. Ты видишь то, что не видят другие. Тут тяжело было догадаться, да. Но имя Лилия Баркер. Она приходилась родственницей фермеру. Ты говоришь, они все лжецы и жулики. За эти годы мое сердце ожесточилось. Лилия была моей, нашей дочерью. Ну, я почти угадал. Я из их семьи. You lived. Вы жили не вместе? Yes. Да. Aunt Lily. Лили умерла в горах. She wanted to summit all the peaks. Она хотела покорить все горные вершины на великой материке. Да. Она была такая юная, но способная. One day she went out alone. И однажды она решила пойти в одиночку. I said no. Я сказала нет. But he said yes. А он сказал да. Let her go. She needs to face. Пусть идет. Она должна пройти этот путь. So she faced. И она пошла одна.
и сорвалась. And fell. А ты почему слепая? I never forgave him. Я так ему этого и не простила. And the pearls? А жемчуг? They were my mother's. Это моей матери. Я подарил его Лилии на 16-й день рождения. В этом году она и умерла. Я хотела, чтобы жемчуг похоронили вместе с ней. А ее отец решил оставить жемчуг в память о ней. Мы поссорились, и с тех пор не разговаривали. Потерять ребенка — это... Будто умереть самому. But now, но теперь тебе, может быть, удастся спасти свою подругу, а значит, Лили умерла не зря. Как это? Take this key. Возьми ключ, наверху комната Лили. Там сундук с ее снаряжением. Возьми веревку и карту. Иди по ее маршруту. Так ты сможешь пробраться через горы. It's the only way только to так find можно the добраться to к неотступным мельницам. I hope you find her. Надеюсь, ты ее найдешь. Thank you. Спасибо. А как же ты? What will you do? I'm я буду сидеть здесь и думать о Лилии, которая вернула ее жемчуг. Resting with her favorite pearls. You've done a lot for me, Mackenzie. Много ты мне сделал, Маккензи. Я тебя не забуду. Я постараюсь вернуться. Или пошлю помощь. Кто-то наверняка сможет помочь. Моя дорога подошла к концу. А твоя только начинается. Иди и забудь о серой матери Милтоне. Это часть старого мира. Go and don't think of Grey Mother or Milton. We're of the old world now. The new world is for the strong to survive. Вот ты мразь! Ах ты падла! Я тут недели две тебя тут обеспечивал, по всей как херне шарил, у меня подруга умирала. Чтобы ты мне дала ключик со снаряжением, мразь ты такая! Да пошла ты в жопу! Ну я капец, меня бомбит. Тварь, а! Ребятки, давайте на сегодня мы закончим. Меня реально бомбит из этой твари. А, все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, ставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репост. Всем удачи, всем пока!